Приветствую, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о смерти. Что такое смерть? Зачем она нужна? Почему мы не живем вечно? И почему все так устроено? Зачем мы здесь? Что нас ждет потом? Смерть – это не точка. Смерть – это запятая. Как вы знаете, все в мире развивается. Развивается также наша душа. Если раньше человечество было подобно австралопитекам, то сейчас мы видим, как мы развились, как наши тела изменились. Мы стали жить дольше. Развивается культура, развиваются технологии. Также и наша душа тоже развивается. Но развивается она в разных декорациях, в разные времена, в разные воплощения. После смерти наши души получают столь ценный жизненный опыт. И неважно, кем вы были вы каким-то священником, духовным учителем, либо вы были клерком, либо вы были юристом, либо вы были врачом, у каждого из нас стоят каждый день уроки, жизненные уроки. Продолжать обижаться на близкого, продолжать злиться или начать работать над собой. Быть жертвой, страдать, либо научиться любить себя, отстаивать свои границы. Это и есть те самые жизненные уроки, которые проходит каждый из нас. И с прохождением этих жизненных уроков, или так называемых кармических узлов, наша душа получает опыт и поднимается выше и выше. Представьте, что было бы, если бы каждый из нас жил как душа. Как бы изменилась наша жизнь? Мы бы перестали беспокоиться о том, что мы завтра умрем, о том, что останется после нас. Мы бы понимали все в контексте развития нашей души, множества наших воплощений. Все, кто проходил наш курс, они имеют опыт просмотра своих прошлых жизней. Когда вы переживаете прошлую жизнь, когда вы проходите тот самый момент смерти уже в своей прошлой жизни, этот опыт становится для вас незаменим. Этого нельзя забыть, и он меняет полностью все наше восприятие. Возможность связаться с Высшим Я, с наставником, получить ответы на столь животрепещущие вопросы, этого ничем не заменить. И, друзья мои, я хочу, чтобы каждый из вас жил как душа. Я хочу, чтобы вы оценивали все свои сложности в жизни, как уроки. Я хочу, чтобы вы дышали, вы были настоящим, потому что единственное, что может быть на этой земле, это быть собой. Быть собой, жить, быть и проходить свою жизнь в полном доверии. С вами был Никита Бурлаков, основатель школы гипноза и слиперства. До встречи!